Акция «Подари елке вторую жизнь» в Подмосковье проходит уже третий год. Только за первые две недели уже собрано 22 тысячи хвойных деревьев, что в два раза больше прошлогодних результатов. Жители Ленинского городского округа на данный момент сдали на переработку 350 елок. Непосредственно вот эти елки, которые мы сейчас видели, вот этот бункер, поедет кормить верблюдов. Это этнопарк «Кочевник». Для верблюдов это полезный и достаточно питательный продукт. Также большая часть будет отправлена в переработку на комплекс «Север». В этнопарке «Кочевник» Сергиево-Посадского городского округа хвои хрустят не только верблюды, но и овцы, козы и даже ламы. Для животных это не просто вкусное, но и полезное лакомство, которое содержит необходимые микроэлементы, в том числе аскорбиновую кислоту. Но большинство собранных елочек из контейнеров отправляется на комплексы переработки отходов. Там они попадают в специальную дробилку, где, как в гигантской мясорубке, превращаются в щепку. Все это складывается в биг-беге на временное хранение до весны. Потом все это уходит на благоустройство парков, территорий, клумбы, подсыпаются дороги. А еще елочная щепка может использоваться для изготовления стройматериалов, топливных пеллет, как подстилка для животных и как удобрение для высадки новых елочек. Кстати, присоединиться к акции еще не поздно. Сдать елочку на переработку можно до 15 февраля. Главное – очистить ее от любых украшений, гирлянд и мишуры. Екатерина Борисова, Ольга Садовская, «Видное ТВ».